Стати частиною ювілейного сезону прагне і школярка з Бішкеку Аїма. Здравствуйте. Привет. Как тебя зовут? У меня Аима. А вас? Вики. Мы Вики. А ты откуда? Я из Кыргызстана. Ты молодец, что вот из-за X-фактора. А как вообще узнали? Как, откуда это? Там у вас тоже транслируется? Да, это как бы по интернету и по телевизору показывают иногда. Ну, как бы это же какой престижный конкурс. Ну да, вот когда смотрела, вот, там столько участников было прям. Они все так пели классно. Аж самой так захотелось поучаствовать, посмотреть это вот, как это все происходит. И вот лет как 3 года, наверное, или 2, она вот все, у нее была мечта приехать сюда, поучаствовать в этом проекте. И мы решили ей дать этот шанс. Немного страшно, конечно, но надеюсь, все пройдет хорошо. Кто не рискует, то не бьет шампанского. Да. Ну, удачи тебе. Спасибо большое. Здравствуйте, Аима. Здравствуйте. Вы приехали к нам издалека. Да, я из города Бишкек, Кыргызстан. Какая экзотическая девушка. Замечательная. У нас таких еще не было, как вы. Порадуйте нас прекрасным исполнением вашей любимой песни. Что вы нам приготовили? Майкл Джексон, «Who's Loving You».